детства. Как в нулевом классе, наверное. Дали в руки гитару и сказали, вот сейчас будет петь. И начал там петь. А моя первая песня, это была «Доктор Селиков». Музыка, вдохновение. Я дышу музыкой, это мой воздух. Когда я пою, я на сцене, на них, я чувствую себя свободно. Это было так необычно, красиво и профессионально. Мне так понравилось ваше исполнение. Твоя песня, ну это просто будущий международный хит. Ко мне приходит вдохновение, ко мне приходит что-то такое, и я чувствую, что надо это сделать, надо, чтобы люди это услышали. Я хочу выиграть это шоу, потому что я хочу, чтобы люди услышали новую музыку. Я выкладываюсь на этот проект полностью на 100%. Что для этого делаю? Да все. Аранжировка, «Страна ночи», не входя из комнаты. Какие-то мысли приходят. Бегу за текстами. Конкуренция есть, я думаю, да, и чувствую. Там как танцуют, как показывают фокусы. Это очень круто. И, конечно, есть конкурент. И я буду бороться. Как давно я искал среди сотен миров ту звезду, что даст мне крылья, крылья, где-то там высоко, высоко, где-то там далеко, далеко. Мне ни о чем уже жалеть, мой путь был долгим, но обрел я то, что дала крылья, крылья, где-то там высоко, высоко, где-то там далеко, далеко, за горизонтом, там, где солнце, где небо, нашел тебя я, путеводная. В конце дороги, там, где солнце, где небо, я обрел два крыла, что меня вознесли, там, где заветная, ты моя вечная. Еляман Мухамеджанов, Казахстан. Еляман, это твоя новая песня. О чем? Для кого она? Эту песню я специально подготовил для гранд-финала. И за короткое время в этом мне помог мой друг. В ней я описывал как свой путь к мечте. И она хорошо мне так характеризует. Большое всем спасибо. Спасибо, Еляман. Нурлан, а как вам исполнение? Я в прошлый раз еще говорил, что у тебя свой путь, я верю в него, потому что ты сам в него веришь. Поэтому в добрый путь, дорогой мой. Все только начинается. Ситора.
А ты, Серик, если помнишь, ты говорил, что эта песня – будущий хит. У него все хиты. Это золотой голос Казахстана. Я бы даже сказал, золотой голос Центральной Азии. Пару слов твоим поклонникам. Барша казах елі, маған дауыс беріңіздер. Рахмет сіздерге, мен сіздерге сенемін. Вы, дорогие телезрители, не забывайте, что только от вас зависит судьба наших гранд-финалистов. Если вы хотите отдать голос за Еламана, отправляйте 10 на 50-21. Линии для голосования открыты, поэтому проголосовать вы можете прямо сейчас. Еламан, рахмет.